Теперь о победе в спортивной дисциплине, в которой мы не выигрывали полтора десятка лет. Россиянин Максим Буров стал обладателем Кубка мира по лыжной акробатике. На заключительном этапе по фристайлу в американском Лейк Плэсиде он вырвался вперед в общем зачете, набрав 355 очков и получил заветный хрустальный глобус. Буров стал вторым в истории российским спортсменом, кому удалось завоевать такой трофей. Теперь 19-летний Максим надеется, что сможет выступить и показать хорошие результаты на первой в своей жизни Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.